Работа училища складывается достаточно стабильно. Мы 2 года подряд по зачетной системе, которая производится в Министерстве спорта, набираем свыше 10 тысяч очков. Конечно, хотелось бы больше, но динамика наметилась положительная. 2-й год подряд у нас 8 медалей на международных официальных соревнованиях, поэтому есть определенные моменты, которые позволяют говорить о том, что перспективы впереди. Хотя, конечно, готовясь к мероприятию, мы перебрали всю нашу историю еще раз и удостоверились в том, что те же 90-е годы, ну, нам на них надо еще где-то даже равняться и за ними тянуться. Всех вот этих многочисленных чемпионов, призеров, официальных международных соревнований, участников Олимпийских игр мы пригласили сегодня в зал как пример для молодых. В том числе пригласили всех ветеранов, учивших, в первую очередь тренеров, преподавателей, ну и всех остальных категорий работников.